Вот Волтер в плохом расположении духа, пугает воду, сейчас покажу, пугает. Вот капли же разлетаются, шприц-то хреновый, он воду вот это вот пугает у меня. Короче, ребенок вообще не в духе, спермопаутину я у него отняла, в прошлый раз не кушал. Так что это такое дело, это я, видишь, все, это не страшная вода. А, говорит, ты, ну и ладно, все, говорит, тогда я пойду. Вот такой ребенок. Короче, последнее время не кушает. Хочешь на ручки? Нет? Пойдешь? Ну, выходи тогда, нет? Да, не в настроении. Вот такая тема. Но таракана ему все равно оставлю. Чуть-чуть еще воды подобавляю. Такой шприц хреновый, что Волтера напугал, блин. Не знаю, пойдет ли на руки. Ты идешь, нет? Выходи, давай. Пойдешь? Ну, блин, вот реально мне некогда. Или идешь, или не идешь. Сейчас ему чуть-чуть ускорение придам. Просто чуть-чуть подтолкнула его сзади. Он залез на руку, но опять-таки не в настроении. Да, линять вообще-то надо уже товарища. Он никак не соберется. Вот. Вот такой дружочек-пирожочек. Похудел немножко, вот видно. Да. Вот такой калибр. О, ребенка. Говорит, я, говорит, домой, пустите меня. Ну чего ты? Ну, держись тогда. Иди вот так. Иди. Все время к тараканам, походу, хочет. Идешь? Нет? Все, я домой. Ну, домой так домой. Какие претензии? Ну, не в настроении вообще. Ну, таракана сейчас дам и закрою. Ну, куда деваться? У пауков тоже бывают дни не с настроением. Что поделаешь-то?